В последнее время, мне кажется, все забыли, что существуют иные грибные супы, а не только супы-пюре. Посмотрите, как приготовить грибной суп с шампиньонами и сливками. Грибы мы оставим кусочками. Если вы не хотите делать суп слишком жирным, то большую часть сливок можете заменить нежирным молоком. Я рекомендую не пренебрегать добавлением мускатного ореха в супчик, так как он дает потрясающий аромат. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Растопите масло в сковороде и положите туда лавровый лист, измельчите лук и чеснок и обжарьте их до золотистости, добавьте щепотку тертого мускатного ореха. Порежьте грибы пластинками и отправьте к луку, жарьте, пока не выпарится жидкость, затем добавьте муку. Обжаривайте, перемешивая, пару минут, затем посолите и поперчите. Влейте к грибам воду, вскипятите, а затем добавьте сливки. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Кипятите пару минут. Затем по желанию добавьте немного паприки, рубленую петрушку и через пару минут подавайте к столу. Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Шампиньоны 200 грамм, лук репчатый 1 штука, чеснок 2 зубчика, лавровый лист 1-2 штук, мускатный орех 1 щепотка, вода 240 мл, сливки 240 мл, мюка пшеничная 1 столовая ложка, масло сливочное 2 столовые ложки, петрушка измельченная по вкусу, соль, перец по вкусу, количество порций 4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Заходите в гости.